нашим друзьям. Бабка вспомнила анекдот. Короче говоря, мужик стал импотентом. Подходит к нему жена и говорит: извини, дорогой, я так больше жить не могу, ты меня мучаешь. Либо ты идешь к врачу, либо мы с тобой разводимся. Мужик подумал: ну не разрушать же семью. Пойду к врачу. Приходит к врачу, говорит: так и так, заболел. Врач говорит: не переживай, все будет нормально. Сейчас выпишу тебе лекарства. Выписывает ему лекарства, говорит: вот тебе 5 лекарств. Будешь принимать по одной 5 раз в день. Ой, будешь принимать по одной каждый день. Мужик: хорошо, говорит, все понял, да. Приходит в аптеку, покупает, идет домой. Не заходя домой, в дом, выпивает сразу все 5 штук. Заходит в дом с таким стойком, ловит жену и давай ее насиловать. Жена кричит, орет: помогите, кричит. Вырвалась, убежала, короче, позвала на помощь отца. Приходит папа, тесть. Мужик ловит тестя, тоже взял, изнасиловал. Приходит теща на помощь. Мужик поймал тещу, тоже изнасиловал. Тут услышали, соседи прибегают. Он и соседей изнасиловал. Короче, мужик изнасиловал всю деревню. Вся деревня убежала от него в лес. Остался мужик в деревне один, стоит и думает. Стояк не падает. Что делать? Надо идти к доктору опять. Приходит доктор, говорит: так и так, сделал все, что вы сказали, а у меня стояк не падает. Как ты сделал? Выпил сразу, говорит, 5 штук. Я же тебе сказал, по одной каждый день. Ну вот так, я, говорит, думал, лучше будет. Что делать, говорит, помоги. Ладно, говорит, есть один рецепт. Выпьешь пузырь водки, возьмешь 2 провода, оголенных, сунешь в розетку, другие 2 конца замкнешь от свой причиндал. Все понял? Да. Пришел мужик домой, выпил пузырь водки, берет 2 провода, сует в розетку, другие 2 конца замыкает об свой причиндал. Тем временем в лесу стало холодно, все жители замерзли, говорят, надо бы сбегать в деревню, посмотреть, что он там делает. Посылает, значит, молодого. Молодой прибегает к дому, заглядывает в окошко и видит эту картину. Стоит мужик и 2 провода. Испугался и бежит обратно к своим в деревню. Прибегает, они его спрашивают: ну что там? У него упал? Какой упал? Он его на зарядку поставил.